минувшие выходные село Борчи Чедронского района отметило 200-летие со дня основания как населенный пункт. Празднования начались с раннего утра и по традиции закончились большим праздничным концертом. Концерты здесь проходят, возможно, чаще, чем в других населенных пунктах, и сельчане с интересом приходят послушать как новых, так и постоянных исполнителей. Поздравить баурчинцев приехали Петр Петкович, музыкальные и танцевальные коллективы «Тамая», «Казакли» и «Чедерлунги». Свои песни исполнил и столичный дуэт «Ретро», традиционно принимающий участие во всех значимых для села праздничных событиях. Особые слова благодарности хотела бы произнести в адрес вашего односельчанина, в адрес нашего друга, в адрес депутата вашего народного собрания Гагаузии. Я попрошу аплодисменты на адрес. Совершенно верно, это только начало, поэтому все самое хорошее, самое светлое вас ждет еще впереди. Дай Бог вам здоровья, долгих лет еще на много-много-много лет вперед и от всей души баурчи с праздником! В этот день баурчинцев с праздником поздравляли и совсем молодые исполнители, впервые получившие возможность спеть для широкой публики. А публика в Баурчах особенная. Всегда полный зрительский зал и несмолкаемые аплодисменты. Это его первое выступление с большой сцены. Илюша Остриога с песней «Лелючью». Встречайте! Уроженка села, серебряный голос Гагаузии, победительница многих музыкальных фестивалей Людмила Тукан подарила своим односельчанам свои лучшие песни. Здоровья всем вам, счастья, семейного благополучия, всегда мирного неба над головой. И самое главное, помните, что мы все вместе с вами и есть сердце Баурчи. И пока оно будет биться, наше село будет жить и процветать. Примар, поздравив жителей, выразил надежду, что этот праздник станет общим для всех. Все-таки 200 лет – это не один год, это 200 лет, это круглая дата. И мы все должны радоваться, я вижу ваши радостные лица. Я думаю, сегодняшним праздником вы довольны. И каждый год мы так приняли, будем отмечать наш общий, рождение. С праздником вас! Счастья, мира, здоровья, любви, всего самого хорошего. И чтобы вы не забывали, что вы баурчинцы. Спасибо вам всем. В завершение жители смогли увидеть разноцветный праздничный салют в честь 200-летия большого и гостеприимного села Баурчи.